Это даже занудство, можно сказать, такое, когда нет шестерки и столько единиц. То есть шестерки нет, нет уверенности, очень низкая самооценка. Из-за этого появляется в разъяснениях сильное занудство, которое, как правило, мешает и самому носителю, и тем, кто с ним общается. Есть вопрос, на который да или нет надо ответить, то Миша у вас, он будет объяснять это очень так витиевато, долго, занудно, потому что вот есть большая неуверенность от отсутствия шестерки.